Всем привет, дорогие друзья! Мы рады вас видеть на нашем канале. И мы отправляемся с детьми. То есть я, Ксюша и Мишутка отправляемся в соседнее село за небольшим пополнением. Раз у нас Халуша не родила козлят, то мы едем за козлятами в другое хозяйство и берем вас с собой. Давно на канале видео не было. Мы сейчас вот привязываем тёлочку, Джесси, Халушу, там Вечёру у нас. И вот из-за той вот коричневой барышни с большим выменем так редко выходит видео на нашем канале, потому что я то и дело занимаюсь переработкой молока, варю сыры, творог, сметану. Дает она в день у нас 15 литров, и нам этого вот хватает. Так что поехали. Куда же ты, принцесса, господи? Сисечек-то у нее нету. Вот здесь, в этом хозяйстве, мы покупали нашу Вечёру у этих людей. Вот. Наши покупки рады все, кроме Коли. Он мне категорически запрещает покупать этих козлят. Но я их забронировала уже месяц назад. Мне очень нравится расцветка. Мы сейчас с вами посмотрим. Вот. Коля нас еле отпустил. Мы с детьми отнимали у него ключи от машины. Так что вот. Но я по гороскопу Овен, как говорила. Со мной спорить бесполезно. Так что очень рада и счастлива. А еще счастливее мы будем тогда, когда в нашем багажнике поедут две красотки. Я придумала имя для одной. Ее будут звать Лавен. А для второй козочки имя я не придумала. Поэтому, если у вас есть какие-либо варианты, пишите. Сесочка. Ксюша, они смотри, какие ручные зайки. Опа. Ксюш, а? Ты походу это сейчас купишь. Вау. Хорошая мама. Это побольше моих кос у вас. Надо ее засять, маму. Прошу. Ксюша, они прям в тебя в лицо лезут. Ну, а так сено, ну и молока прям вот по чуть-чуть. Начинайте чуть-чуть. Посмотрите, чтобы поноса не было. Завтра можете... Молока коровьего вот столько. По чуть-чуть. Вон да. Бутылки полтора литровой. Нет. А в какой? Пол-литровый. У вас, ну, примерно грамм 300. Есть соски специальные красненькие для... Да. Не надо, это 300 очень много. Будет обосрутся от коровьего. Сколько раз в день? Три? Два раза давайте. Утром. Вот сейчас я приеду, я уже накосил траву, подвялил ее. К вечеру дайте им... Им сухой лучше давать. Да. А я сухой только даю, я ничего не мешаю, никогда ни козам не варю. Нет, я имею в виду сухой козлятам сейчас. Сено? Да. Сено? Они у меня не выходили гулять, поэтому вы их кулицы как бы постепенно. Погуляли немножко и да. Он какой селезень. А вот сладкая парочка. В общем, забрали мы двух козочек, двух милашек. Сейчас мы уже почти подъезжаем к дому и покажем наших красоток. Слышите? Пе-ме! Ну что же, мои хорошие, смотрим, кто у нас там. Кого мы выбрали? Да-да-да-да! Конфеточки мои! Мам, может быть, они чуть-чуть... Вот у этой козочки нет имя. Миша, вот следи, чтобы она не ушла. Подожди, не трогать. Давай мы одну занесем, а потом вторую. А он может... Вот у этой красоточки имя нету. Мы с вами должны придумать. Есть варианты. Сибель, Эшли, Манана, Моника, Луиза, Хана. Какие еще есть имена, Ксюша, мы думали. Кибра, Миранда. Так. Она трясется, моя малышка. Моя малышка. Единственные козочки не обезроженные, они уже с рогами, им месяц. А обезроживать уже нельзя. Вот так вот.
Наши козы будут делиться своим местом. Смотри, какая лапочка! Смотри, какая красавица! Маша, где козочка? Маш, смотри, какая козочка! Наша девочка-козочка! Нравится тебе конфетка такая? Ой, какая лапа! Маша убежала. Очень Коле понравилась козочка новая. Кто? Потом он должен. Моя коза! Мою лапушечку! Мою принцесса! Погуляй! Дойди, моя принцессочка, моя козочка! Побежала за второй. Ждите меня здесь. А эту козочку мы назвали Лавен. Знакомьтесь. Машенька, смотри, какая лапочка. Лавеша наша. Погладь козочку. Лавен. Мои девочки. Мои конфеточки. Бегите. Бегите, зайчики. Ой. Сейчас все им сделаем, накормим, напоим. Машуля. Да, у них рога. Она их им не выжигает. Говорит, что это опасно. Машенька, тебе нравятся наши козочки? Нравятся? Красотки. Хряк вот разговаривает. Сильвестр, ты что заговорил? Соседок тебе вот подселили новеньких. А те козочки у нас уйдут в другой сарай. Вот ж такая зайка она, да? Не знаю, как ее вот это назвать. Самую красивую. Хвостиком машут, нравится. Ой, ты чешешься, что ли? Я дам полку. Маш, как звать козочку будем? Подъезжай. Мотоцикл я их нет. Ну, привет, привет. Вместо газонокосилки у нас вечерка сегодня в палисаднике. Что хочу сказать. Ухайдокалась я сегодня с этими куличами. Пеку я их, готовлю. Я еще их не пеку. Готовлю я их с 2 часов. Время 7 вечера. 7 вечера. В 6 часов я поставила их в разогретую духовку настаиваться на 2,5-3 часа. Вот, сейчас пойду коровушку свою доить. Когда приду, буду их выпекать. Вот так вот. Конечно же, проще было купить их, но мы готовили с детьми. Даже Ксюшина подружка приходила, нам было очень весело, интересно. Вот, но я устала. Так, у нас шел второй день. Да, Миш? Ага. Мы будем пробовать делать кулички и пробовать их. Угу. Заснимем наш творческий беспорядок. Да, дети. Так, а параллельно с куличками я варю первый сыр густой. Он российский называется. У меня уже получился сгусток. Плохо фокусируется камера. Я вам сейчас покажу, какой он. Вот такой. Вот. Мы так ели куличики. Нам нужно разрезать. Оль, варю российский сыр.
Выше надо? Не, выше не надо. Пока я тут довариваю зерно, Коля делает мне формочку для сыра, для будущего. Вот так вот я уже мешаю 20 минут. Еще 5 минут остается мне мешать так. И буду раскладывать формочки. Туда тоже вставляй. Это мало. Да? Конечно. Класс. Даже много получается с 10 литров молока.